впереди в условиях плохой видимости. Никакой, да? Практически видимости. Нулевой абсолютно видимости. То есть эти машины шли впереди, да. Я затормозила сколько могла. И ушла, конечно, в сторону. Успела как-то я отвернуть немножко. То есть она выжила как бы все и тормоз, и ручник. И вот только на пределе, как бы я как, практически остановилась, буквально в метре от той машины. То есть успела. Этот товарищ мне как бы заехал на заднюю часть. Почувствовала удар, заехал на заднюю часть. И все меня развернуло, естественно. А стекло одного. Да. И пошла цепная реакция. Мною прочитывая. То бишь несоблюдение дистанции, скоростного режима. Погодные условия. Видимость ноль практически. Да. В двух по три участника, а в двух по два. Вот так. Это что, 6? 10.